Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 19 апреля 2021 года. Сегодня нашему Брюсику исполнилось 2 годика. Поздравляем мальчика с днем его рождения. Желаем ему крепкого здоровья и долгих-долгих лет жизни вместе с нами. И зачем-то ему отдал косточку. Он сразу и убежал у нас. Не будет нам позировать. А у нас вот такая вот изменчивая погода. С утра сегодня в 9 утра ходила. Травка уже стояла, хотела собирать свинкам да хомячкам. А через пару часов у нас вот такая ерунда. У нас тут уже почки набирали, эти все кустики наши. Да, у Брюса вкусняшка. Теперь он нам позировать не будет. Будет теперь эту вкусняшку тут облизывать. Ай, еще дают. Ай, отнимают, обманывают. Обманывают бессовестные. Молодец, молодец. Молодец. Вот такая у нас погода. Не приведи Господи. В день рождения Брюсика, да. Барси даже не пошла с нами, хотя мы ее зазывали за косточку, чтобы она хотя бы немножко нам попозировала, мамочка. Барси чувствует себя отлично. Брюс, как вы видите, тоже. Ну и прощаюсь с вами, дорогие друзья, ненадолго. Увидимся в новых видео о жизни наших питомцев, потому что мне тут достаточно холодно стоять. Всем пока-пока и до новых встреч.